Джип для чемпиона. В Махачкале чествовали триумфатора от мирового первенства по вольной борьбе Гаджимурада Рашидова. Разделить со спортсменом радость победы в Нур-Султане пришли родные, друзья и земляки из селения Губден. Подробнее Курбан Рагимов. Проходи сейчас, проходи, проходи. Он заметно переживает, но всячески держит себя в руках. Это финал чемпионата мира. Газигант Рашидов пропускает через себя каждый эпизод схватки. Как только сыну подняли руку, по лицу покатились слезы радости. К этому триумфу Рашидовы шли почти всю жизнь. Отец и тренер с детства прививал детям любовь к спорту. Всегда гордился победами и переживал за неудачи. И вот, когда эмоции улеглись, он вспоминает, какой ценой семье далось это золото. Очень тяжелый вид спорта, на самом деле, эта борьба. Много пот. Пот, который с утра до вечера трудимся, работаем в зале. Ну, Всевышний дал вот сейчас момент. То, что трудится много людей в этом Дагестане, в России даже. Видишь, не каждому тоже улькеты Аллаха. Вот видишь, улькеты, значит, какой-то момент улькеты есть Аллаха Хаджмураду. И вот дал, чемпион мира стал. Конечно, там очень много труда надо выложить, чтобы быть чемпионом мира. Мы шли к этой победе очень долго. Два раза в финале он проигрывал чемпионата мира. Ну, я, честно сказать, в этом году когда не было сомнений, что он выиграет. Он настраивался как никогда на сборах. Мы работали каждый день. После, даже после тренировки не останавливался, он настраивался. Каждую ночь он только и говорил о победе, я не должен проигрывать. Все время, короче, только на победу настраивался. Подарки, теплые слова и пожелания. Триумф Гаджимурада принес особую радость и всем его землякам. Губденцы любят спорт. Без внимания и поддержки сельчан у них не остается ни один чемпион. В адрес Рашидова, а также других спортсменов прозвучало много поздравлений. А кульминация мероприятия стала вручение ключей от автомобиля. Новенькая Toyota Prado ждала чемпиона у входа в банкетный зал. Дорогой подарок виновнику торжества сделал вице-президент Федерации бокса России Абдулмуталим Абакаров. Хочу сказать Варка всем моим землякам, те, которые помогают, поддерживают, болеют, переживают, делают дуа. Ваша поддержка всегда чувствуется. Это наша общая победа. Мы на этом не собираемся останавливаться. Как мой отец говорит, надо еще больше работать. Наша главная цель – Токио. Иншаллах. Баркалла еще раз всем. Курбан Рагимов, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.